Привет, друзья, и добро пожаловать на этот канал. Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня поговорим о том, как найти свое дело и как изменить свою жизнь, если не хотите остаток своих дней провести с той же мыслью о потерянном времени и бесполезно прожитых годах. Не знаю, как у вас, а моя жизнь никогда не была гладкой. За 43 года мысль о потерянном времени периодически пробегало у меня в голове. Но всякий раз я брал свой зад в руки и старался что-то сделать. Старался как-то разобраться и понять, что к чему. Старался хоть немножечко улучшить свою жизнь так, как мне казалось это необходимо. И в общем, все у меня было как у людей. Иногда что-то получалось, иногда ничего не получалось. Ведь инструкция к жизни отсутствует. Кто-то, конечно, повторяет за другими и чувствует себя в этом состоянии вполне комфортно, но мне всегда этого было мало. И вот пока я взрослел, пробовал то одно, то другое, мне всегда казалось, что всем вокруг все дается почему-то легче, чем мне. И мне казалось, что со мной что-то не так. Порой я думал, что я вообще с другой планеты, так как мне всегда были непонятны эти типичные общечеловеческие ценности и потребности. И было такое ощущение, что в меня не доложили каких-то значимых ингредиентов. И так в поиске себя и своего места я начал погружаться сначала в психологию, а потом и в эзотерику. И в итоге оказалось, что я такой не один. Оказывается, у множества людей возникают похожие вопросы, и они точно так же, как и я, пребывают в такой растерянности относительно своей жизни и своего места в этом огромном мире. Но, к сожалению или к счастью, как бы я ни искал ответы, у меня не получалось найти исчерпывающих объяснений. Я продолжал не понимать, зачем я здесь и что со мной не так. Чего мне, собственно, не хватает, почему я не такой, как все. Эзотерические знания казались мне слишком водянистыми, абстрактными и поверхностными. А психология говорила, что все причины находятся внутри тебя, то есть ты сам во всем виноват. Хотя, к счастью, мне хватало здравомыслия понять, что сам я эти причины точно не создавал. И вот так я до сих пор бы бегал в поиске ответов, если бы в мою жизнь не пришло одно знание, которое сразу расставило все по местам, дало мне понимание, что быть другим – это, в общем-то, нормально. Потому что, оказывается, все мы изначально созданы разными. Я понял, что со мной все в порядке, перестал париться и начал изучать свой бодиграф. И то, что мне в итоге открылось, разделило мою жизнь на до и после. Когда я разобрал свои программы, я наконец понял, почему я такой. И почему у меня именно такие интересы. А подобное понимание – это самый большой подарок, который может сделать вам жизнь. Потому что понимание своего бодиграфа буквально открыло мне меня. Открыло мне мою суть, мое естество. И сказать, что после этого жизнь стала намного-много понятнее, чем была, это ничего не сказать. Потому что все встало на свои места. Все стало более понятно. Поэтому я от души и от всего сердца желаю вам изучить свой бодиграф и, конечно же, бодиграфы ваших близких. Потому что после этого многие ваши вопросы отпадут сами собой. А чтобы вам проще было это сделать, я написал книгу ответов, в которой даны понятные описания всех программ, всех центров. Ссылочка будет в описании. И можете, конечно, считать это рекламой, но это не реклама, потому что эта книга действительно поможет вам открыть и понять себя. А когда вы откроете и поймете себя, вам будет гораздо проще понять
и найти свое дело и свое место в жизни. На этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Телеграм, читайте мои книги. Всем добра!